фестиваль «Фильм Нуар. Другая сторона Голливуда». Это первый в России фестиваль американских черных фильмов. И мы старались программу составить такими, наполнить сливками настоящими фильмов нуар. И начали с первого фильма нуар «Мальтийский сокол» 1941 года. И в программе есть и современный нуар 1995 года «Дьявол в голубом платье». Поэтому мы хотели бы своим фестивалем дать такое, по возможности, полное представление о том, что это за жанр, как он развивался. Ну, для того, чтобы понять, что такое нуар, надо знать, какие корни у этого жанра. У него есть корни литературные. Это hard-boiled detective, американский, крутой детектив, да, Хэммета, Чандлера, Микки Спиллейна и так далее. Сегодня как раз мы представляем фильм «Поцелуй меня насмерть» по роману Микки Спиллейна. Так что фильм нуар вобрал в себя такую жанровую формулу американских этих крутых детективов. В центре истории есть детективная интрига, частный сыщик, обязательно есть роковая красавица, фам фаталь, которая, скорее всего, приведет главного героя к гибели. Но одновременно надо сказать, что вот немецкий экспрессионизм, те фильмы, которые вышли в Германии, в Австрии и так далее, 20-х годов, они тоже имели огромное влияние на фильм нуар, на рождение фильма нуар. Особенно, когда в 1933 году Гитлер стал премьером Германии, и почти все режиссеры вот Германии, Австрии и так далее, Фриц Ланг, Арро Преминджер и так далее, они все переехали из Европы в Америку и начали работать в Голливуде. Так что очень много из режиссеров, операторов, даже вот кинозвезд, вот этих фильм-нуар, это люди, которые уехали из Германии. И я думаю, что в фильме всегда чувствуется вот такое неудобство. И это из-за того, что вот когда первые фильмы нуар появились, это было сразу же до Второй мировой войны. По крайней мере, до Второй мировой войны, до того, как она пришла в Америку. И так что было вот такое чувство неудобства, неловкость, и это отражалось в этих фильмах.